для исполнения следующей песни мне хотелось бы пригласить на эту сцену замечательных двух парней. Ой, как вот даже, я не знаю, как погромче-то представить. Танцевальный дуэт «СКА». И в исполнении следующей песни попрошу не начинать. Хотелось бы сказать, что этого автора, эту песню мне написали, Эдуард Лопатенко, слова и музыка. Я попросила написать мне сказочную песню. Заявка была выполнена, и я эту песню полюбила, как добрую, красивую сказку. Поехали! Тебя искать.